главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Жизнь взаймы. Сколько миллионов задолжали медикам в Ивано-Франковской области и когда ждать обещанных выплат? Отрезанные от тепла, почему в Смеле Черкасской области отопительный сезон снова на грани срыва. Сохранить Испанию. В Барселоне тысячи митингуют против независимости Каталонии. Что говорят сторонники отделения? Президент Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе. Отныне размер минимальной пенсии составляет 1452 гривни. Это на 140 гривен больше, чем раньше. Новые выплаты пенсионеры получат уже в этом месяце. Пенсионный возраст повышать не будут. Но для того, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно иметь трудовой стаж от 25 до 35 лет. Если его недостаточно, можно купить, но не более 5 лет. Кроме того, реформа предусматривает отмену досрочного выхода на пенсию. Законопроект передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити заробітну платню перед виборами. Ми це робимо зараз. І осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі. Украинские медики тем временем думают даже не о повышении. Им бы заработанное получить. В сентябре они пикетировали Верховную Раду, требуя выплатить миллионные долги по зарплатам. С тех пор прошел почти месяц, а денег как не было, так и нет. Почему проблема не сдвинулась с места, выясняли наши корреспонденты. Лилия Пархоменко – старшая медсестра в Коломойской центральной райбольнице. В медицинской сфере проработала более 20 лет. Несмотря на стаж и опыт, получает чуть больше минимальной зарплаты – 3,5 тысячи гривен. Правда, даже эти деньги не выплачивают уже несколько месяцев. Ну, десь с початку весны начались перебои. И, ну, можно месяц взагалі не дать, півтора месяца. А потом старалися, сколько могли, там, стільки коштів кидали. Ну, на данный момент уже... По липень місяць заборгованість закрили, лишилося серпень і вересень. У женщины двое детей студентов, семья фактически держится на заработке мужа. Время от времени помогают родственники. Я взагалі дуже люблю свою роботу, через то я її не залишаю. Чоловік каже, чого ти туди ходиш, якщо тобі не платять грошей. Але ми все-таки живемо надією, що все-таки щось зміниться. Что про нас влада згадает. Таких оптимистов, как Лиля Пархоменко, в больнице немного. Почти половина сотрудников устали ждать и уволились. Некоторых сократили в рамках оптимизации. Есть и такие, которые берут отпуск и едут работать за границу. В районной госадминистрации о проблеме задолженности знают, но уверяют, решить самостоятельно им не под силу. Оскільки мы начали бюджетный год 2017 уже с незабезпеченности, яка сягала понад 30 миллионов гривень. Власні доходы складають 34 мільйони. Звичайно, район не може забезпечити покриття такого дефіциту. Сейчас задолженность медикам в Коломийском районе составляет более 20 мільйонів гривень, а к концу года сума вырастет вдвоє. Єдине, на що ми можемо розраховувати, це все ж таки на виконання тих функцій, які має виконувати держава, і надходження коштів медичної субвенції, стабілізаційної дотації для покращення ситуації. Це буде 19-20 мільйонів. Но этой суми не хватит, щоб покрити весь дефіцит фонду заробітної плати. Від із цих денег Коломийський район получить тільки часть. Эту суму розділять між всіми районами-должниками. Сьогодні вона вже є заборгована заробітна плата. Вона є і в Городенківському, і в Косівському, і в Коломийському, в центральних районних лікарнях. По підсчетам чиновників, в конце года долг перед медиками по всей Ивано-Франковской области достигнет 100 миллионов гривен. Анна Каменева, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Одесской области сотрудники СБУ вместе с ГПУ задержали на взятке сотрудника Измаильской местной прокуратуры и депутата областного совета. Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщают сразу несколько интернет-изданий. По их данным, сумма взятки составила 40 тысяч долларов. Эти деньги задержанные якобы вымогали и получили от частного бизнесмена за решение некоего вопроса. Официального подтверждения этой информации пока нет. Возможно, подробности проведенной спецоперации появятся позже.
Нечистыми на руку оказались и руководители Винницкой таможни. СБУ уличило их во взяточничестве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, чиновники систематически собирали дань за оформление товаров без полной уплаты налогов. Во время сбора очередной платы для руководства был задержан работник таможни. При обыске в доме его брата обнаружили 114 тысяч долларов в пакетах с названиями фирм, которые платили взятки. А еще винницкие таможенники могут быть причастны к крышеванию незаконного экспорта орехов, заявил генпрокурор. И добавил, суд вместо 3 миллионов гривен залога назначил для задержанного всего 160. Имущество и банковские счета братьев Клюевых арестованы не только в Украине, но и за рубежом. Об этом заявили в Генпрокуратуре в ответ на запрос одного из интернет-изданий. Правда, в ГПУ не уточнили, в каких именно странах и на какую сумму арестовали добро бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева и его брата нардепа Сергея. Они оба объявлены в розыск. Напомню, Андрея Клюева ГПУ подозревает в препятствовании проведению митингов в 2013-м, а также в присвоении средств в особо крупных размерах. Сергея Клюева в мошенничестве и завладении чужим имуществом. В зоне АТО относительное затишье. За день было всего 4 обстрела. Так, в районе Широкино террористы использовали минометы запрещенного калибра, выпустили 11 мин. Под Авдеевкой боевики почти час обстреливали позиции украинской армии. Погибших и раненых среди наших военных нет. Неподалік Красногорівки окупанти застосовували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку напруження зберігалося на підступах до Авдіївки. Тут проросійські найманці впродовж майже години обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку під вогонь ворожих кулеметів і стрілецької зброї потрапили захисники Валуйського. НАТО не откажется от ядерного оружия. Об этом заявил генсек Альянса, критикуя договор о ядерном разоружении. Его авторы в пятницу получили Нобелевскую премию мира. Почему Йенс Столтенберг считает идею нереальной, расскажет Елена Абрамович. Договор, которого мир ждал 70 лет. Так называет свою работу Международное движение по запрещению ядерного оружия ICAN. Оно объединяет почти 500 организаций из сотен стран. За соглашение, которое разработало ICAN, в июле проголосовали 122 государства-участников ООН. Правда, все страны, владеющие ядерным оружием, его проигнорировали. Но в условиях нынешней напряженности между США и Северной Кореей договор о разоружении важен, как никогда, считают его авторы. Выборы президента США Дональда Трампа заставили многих людей почувствовать себя в напряжении, так как он один может разрешить использование ядерного оружия, и никто не сможет остановить его. Человек, которого вы сможете завести с помощью твита, который быстро принимает иррациональные решения и игнорирует экспертизы. За договор о ядерном разоружении ICAN стали лауреатами Нобелевской премии мира. В ООН надеялись, что этот факт поможет привлечь больше государств поддержки документа. Впрочем, в НАТО сразу расставили точки над «и». «Отказываться от оружия блок не будет», заявил генсек Йенс Столтенберг, пишет издание «Политика». Договор о запрете ядерных испытаний не приближает нас к цели мира без ядерного оружия. Фактически это может подорвать прогресс, достигнутый нами в области разоружения и нераспространения. Нужно учитывать реалии нынешней среды безопасности. Более реальным Столтенберг назвал действующий договор о нераспространении ядерного оружия. Его подписали все страны-члены НАТО. И сейчас нужно просто контролировать сокращение вооружений. Но пока в мире существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным блоком, подчеркнул генсек. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Иран подрывает дух ядерного договора. Так заявил президент США Дональд Трамп в интервью одному из телеканалов. По его мнению, Тегеран финансирует Северную Корею и торгует с ней. Поэтому в ближайшее время Трамп пообещал пересмотреть обязательства США в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. Это документ, согласно которому с Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от ядерной программы. Лидер КНДР Ким Чен Ин приблизил свою сестру к верхушке власти. 28-летняя Ким Йо Джон назначена заместителем члена Политбюро ЦК Трудовой партии, правящей в Северной Корее.
В руководящих органах девушка заменила тетю Ким Чен Ина, которая играла важную роль в принятии политических решений. Ранее Джун занималась трудовой партией пропагандой. Семь гектаров торфяников горят в Черкасской области. Спасатели уже почти месяц борются с пожаром. Он начался 17 сентября неподалеку от села Ирдынь. За несколько дней огонь охватил более 50 гектаров торфяных полей. Дымом накрыло населенные пункты в радиусе десятков километров. В области объявили режим чрезвычайной ситуации. На сегодня ГосЧС удалось погасить пожар на 44 гектарах. Спасатели надеются окончательно справиться со стихией через 2-3 дня. Городок Смела в Черкасской области в этот отопительный сезон может снова остаться без тепла. Частная компания, которая обслуживает местные теплосети, не закупила лимиты на газ из-за колоссального долга перед поставщиком. Чего ждать жителям города, разбирался Станислав Кухарчук. Холодно. Я сейчас выскочила, а у меня там огород за домом. Поработав на огороде, Ольга Николаевна с внуком спешат в квартиру греться. Правда, и там комфортную температуру назвать сложно. Мерзнуть пенсионерке категорически противопоказано. А первый признак тепла в доме – дым из труб котельной. Но его пока нет. Вон, видите, две таких. Вот. И нам видно, когда топится, это ж... В прошлом году дым из труб котельной появился только к концу декабря. Внук Ольги Николаевны показывает спасительный калорифер, которым семья грелась тогда. Вот так вот у нас был. Ой, еле-еле. Я около себя его все время подъезжал, вставлял. Очень холодно было. Курточка ходила. Похоже, что с калорифером семье Пожидаевых придется встречать зиму и этого года. Впрочем, как и тысячам жителей Смелы. Более 80% города уже седьмой год отапливает частная компания. За время своей работы предприятие задолжало Нафтогазу порядка 91 миллиона гривен. И тот до погашения долга отказался поставлять топливо. До старта отопительного сезона считанные дни, а на котельных частной компании к нему даже не готовятся. В прошлом году срыв отопительного сезона в городе закончился громким скандалом. В этом местные власти не произнесли ни единого слова о грядущей проблеме. Начальник управления ЖКХ и первый заместитель мэра наотрез отказались с нами даже говорить на эту тему. А вот директор компании от комментариев не отказался. Нам случайно удалось его застать на приеме у заместителя областного головы. И все по тому же вопросу. Он объяснил, Нафтогаз готов дать лимит за предоплату в 25 миллионов гривен. Но их у предприятия нет. Ну, в якого предприятия есть вот так вот взяты 25 дней. Я, как керівник, зі своєї сторони роблю і далі буду робити все можливе для того, щоб Сміла була з теплом і залишилась теплом. В області о проблемі почали говорити ще літом. З Нафтогазом вже провели десятки переговорів. На останніх добились предоставлення газу в долг під гарантії міста. Але власті сміло відмовились брати на себе таку відповідальність. Откуда же такі долги у частного підприємства? І чому у компанії нет денег на покупку лімітів? Обласні чиновники об'ясняють, не стесняясь виражень. Якщо понад 4 тисячі кубів йде розбаланс, і за нього не оплачено, газ такий самий товар. І його не треба красти у держави, за нього треба платити. Крім того, якщо люди платять, 105% по місту Сміла, тільки по місту Сміла. У мене немає розуміння. Це просто викачка грошей. Отопительный сезон Смели явно вовремя не начнется. С понедельника областные власти намерены провести очередные переговоры с Нафтогазом. И если НАК все же даст топливо компании в долг для запуска котельных, то для подключения их к сети все равно потребуется время. 21 котельную газовщики уже отрезали от системы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Отправленный в отставку мэр Николаева сегодня собрал митинг против депутатов горсовета, уволивших его в прошлый четверг. Александр Сенкевич уходить с миром не желает и организовал акцию, чтобы собрать подписи за роспуск городского совета. Напомню, Сенкевича объявили недоверие и досрочно сместили с поста градоначальника после отчета за 2 года работы. Ни в коем случае не за Сенкевича, я за порядок в стране.
И хочу, чтобы люди хоть что-то значили, а не были так это разменной монетой во всех вопросах. Впрочем, еще до решения депутата Сенкевич успел несколько раз оскандалиться. Журналисты уличили его в сотрудничестве с криминалитетом и получении откатов с дорожных подрядов. Большинство горожан в соцсетях поддерживают отставку мэра, но в то же время требуют перевыборов всего горсовета. Позицию жителей Николаева разделяют и политики. К примеру, нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке заявил, что исправить ситуацию в городе может только тотальная перезагрузка местной власти. Он уже зарегистрировал в парламенте законопроект о назначении внеочередных выборов в Николаеве. В Ривненской области неизвестные в балаклавах напали на семью фермера. Случилось это накануне ночью в селе Карпиловка. Шестеро бандитов проникли во двор и связали охранника. У него пытались узнать, кто в доме и где находятся деньги. Не получив ответа, через окно проникли в помещение и избили жену, дочь и зятя фермера. Хозяин в это время был на втором этаже. Услышав шум, он взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Бандиты сбежали, сейчас их разыскивает полиция. В последнее время случаи нападения на фермеров участились. В январе в Кировоградской области трое неизвестных избили фермера Владимира Рыбинского. В марте бандиты напали на фермера в поселке Гребенки под Киевом. В апреле произошел такой же инцидент во Львовской области. А в августе было сразу несколько нападений на фермеров в Николаевской. В том же месяце избили фермера из Запорожской области. У него украли 500 тысяч долларов. Вчерашний наезд на людей в Лондоне не теракт. Водителя отпустили из-под стражи. Об этом сообщили на сайте Скотланд-Ярда. Но следствие продолжается. 47-летнего мужчину, который был за рулем, подозревают в нарушении правил дорожного движения и неосторожном вождении. Напомню, накануне в многолюдном районе Лондона автомобиль протаранил толпу. Пострадали 11 человек. Заговор против британского премьера. Депутатам не хватает всего 15 голосов, чтобы сместить Терезу Мэй с должности. Кто зачинщик переворота и насколько серьезна эта угроза для главы правительства из Лондона? Светлана Чернецкая. Тайный заговор против премьер-министра уже не такой уж и тайный. В прессу слили имя главного предателя и подстрекателя. Им оказался бывший председатель консервативной партии Грант Шепс. Несколько лет назад он входил в руководящую верхушку, занимал пост министра, но в правительстве Мэй для него портфеля не нашлось. Теперь он настраивает коллег против Терезы Мэй и призывает провести выборы нового главы партии, и тот автоматически станет премьером. Шепс уверяет, что сплотил вокруг себя около 30 депутатов. Еще 15 человек, и они смогут запустить процесс смещения Мэй. Причем именно себя заговорщик считает лучшей заменой нынешнему премьеру. Есть определенное количество депутатов, жаждущих перемен, которые пытались в частном порядке, чтобы не унижать премьера, публично поговорить с ней о том, что пришло время провести выборы главы партии, ведь она сама говорила, что втянула нас в этот беспорядок и будет возглавлять партию столько, сколько мы захотим. Тереза Мэй больше не может игнорировать это открытое противостояние. Она категорично в отставку не собирается и останется в офисе на Даунинг-стрит 10 как минимум до окончания переговоров по Брекзиту. Ну а в самом Евросоюзе пристально следят за политическим кризисом в Великобритании. Переговоры по выходу Лондона из ЕС и так далеко не простые. И бунт консерваторов против премьера может напрямую повлиять на весь процесс. В Еврокомиссии решили перестраховаться и начали переговоры с британской оппозицией. На встречу в Брюссель пригласили главу партии лейбористов Джереми Корбина. В ЕС хотят удостовериться, что даже в случае смены власти в Британии достигнутые договоренности по Брекситу останутся в силе. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. В команде Дональда Трампа грядут перемены. Американские СМИ узнали, президент окончательно рассорился с госсекретарем и даже подобрал ему замену. Насколько обоснованы слухи, выяснял Дмитрий Анопченко.
Согласившись стать госсекретарем, Рекс Тиллерсон поставил на карту все. Проработав всю жизнь в гигантской нефтегазовой корпорации, он расстался с высшей должностью в компании. Продал свои акции, а их, как пишет «Нью-Йорк Таймс», на $218 миллионов было. Отказался от пенсионного плана почти на 70 миллионов. Но полученный такой ценой портфель не принес радости. Ведь отношения между ним и первым лицом, как пишет американская пресса, хуже некуда. Мол, Трамп сейчас очень разочарован своим выбором и всячески это демонстрирует, в том числе и в мелочах. Простой пример. На недавнем обеде в ООН он распорядился посла Ники Хейли с собой за стол посадить, а Тиллерсона показательно передвинул за боковой столик. Общаются мало, разговаривают с трудом, но на людях всячески демонстрируют единство команды. События последних дней – лучший пример этой игры на публику. Пресса раскрывает детали. Дескать, Тиллерсон прилюдно обругал главу государства, при подчиненных назвав придурком. Но сам он в ответ выходит к журналистам со словами «Остаюсь привержен Трампу». Он любит эту страну. Для него Америка на первом месте. А еще он умен. После этого сотрудники Белого дома делятся с репортерами. Мол, видели сами, президент в гневе, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался вовсе не он, а Тиллерсон, лицо которого не сходило с экранов. Но на публике Трамп говорит совсем другое. Я иногда хотел, чтобы он был пожестче, но между нами очень хорошие отношения. И чем больше и сам Тиллерсон, и президент Трамп опровергают слухи о возможной отставке главного дипломата Америки, тем больше о ней говорят в политических кругах. Мол, сейчас на место госсекретаря даже преемника выбрали. На этих выходных пресса сделала достоянием общественности тщательно скрываемый факт. Якобы рокировка в команде просто дело времени. Хотят выждать до января-февраля, чтобы все скандалы улеглись. А основной кандидат на замену – нынешний глава ЦРУ Майк Помпео. Мол, он сейчас ежедневно консультирует президента по всем вопросам, от политики до внутренней кухни. Знает, как преподносить не самые лучшие новости. Трамп от него в восторге. Да и человек он не публичный, а значит, за внимание прессы конкурировать не придется. Скорее всего, Белый дом и эти статьи сейчас привычно опровергнет. Но если есть в них хоть доля правды, значит, в этом здании ни политической стабильности, ни четких приоритетов, в том числе и по Украине, долго еще не будет. В Госдепартаменте и без того каждый тянет одеяло на себя. В Госдепартаменте и без того многие ключевые чиновники до сих пор формально не назначены. Ну а если отставка первого лица все же состоится, а они здесь только лениво не судачат, понятно, что это не придаст стабильности. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Каталонская «нет независимости». Противники отделения от Испании заявили о себе массовой демонстрацией в Барселоне. На улице вышло 350 тысяч человек. Это данные муниципальной полиции. Местные депутаты готовятся завтра рассмотреть результаты референдума. И люди требуют от политиков не делить страну. Больше расскажет Алексей Пшумыский. Барселона снова протестует. На улице города вышли десятки тысяч людей. В руках вместо каталонских флаги Испании. Каталония – это Испания, а они заставляют нас выбирать одну или другую национальность. Но Каталония – это Испания, это часть Испании. Из-за наших политиков люди уже разделились. По результатам референдума, который Мадрид объявил вне закона, 90% каталонцев высказались за независимость. Однако голосовало лишь 43% избирателей. Противники отделения референдум попросту проигнорировали. Именно отсюда такие цифры, уверены люди. Нас очень много, каталонцев, которые выступают против независимости. Долго мы молчали, но нам надоело это, поэтому сегодня мы здесь. Мы хотим и дальше быть с Испанией, иначе наступит хаос. Но при этом я тоже не могу смотреть на то, как правоохранители бьют людей. Насилие неприемлемо, правоохранители нарушили закон. Каталонских политиков винят в популизме. Многие из этих людей опасаются того, что может произойти с экономикой региона, если Каталония объявит независимость. Испания не грабит нас. Если Каталония объявит независимость, мы выйдем из еврозоны. Возможно, у нас по-прежнему будет использоваться евро. Но не будет центрального банка. И кто тогда будет финансировать Каталонию? Правительство Каталонии занимается лишь рекламой независимости. Но больше не делает ничего. Не занимается образованием, здравоохранением, ничем. Организаторы акции требуют от каталонских депутатов не рассматривать вопрос о независимости региона.
Нет никакого противостояния между Испанией и Каталонией. Это наша внутренняя проблема, и мы должны решить ее. Поэтому мы просим президента Пучдемона не объявлять независимость в одностороннем порядке, потому что каталонцы первые, кто пострадает от этого. Еще вчера в очередном интервью премьер-министр Испании Мариано Рахой заверил, что бы ни решили каталонские политики, отделения региона не будет. Правительство не допустит никакого объявления независимости. Испания останется Испанией. Мы не дадим экстремизму и радикализму разделить нашу страну. На кону не только Испания, но и наши европейские ценности. Поэтому мы будем действовать строго в рамках закона и Конституции. Однако Рахой добавил, надеяться, что Каталонию не придется лишать автономии, а местное правительство отправлять в отставку. Ведь ранее он грозился это сделать. Уже завтра парламент автономии должен рассмотреть результаты референдума и решить, объявлять ли независимость и создание Каталонской республики. Повлияет ли на это сегодняшняя акция, вскоре увидим. Однако очевидно, каково бы ни было решение депутатов, здесь многим оно не понравится. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Почему саудовские женщины устроили аншлаг в автосалонах? Как американский пенсионер помогает спасать недоношенных младенцев? И где проходит самый красивый в мире фестиваль воздушных шаров? Об этом не только в нашем обзоре. Добро пожаловать за руль. Женщины Саудовской Аравии штурмуют выставку элитных авто в Эр-Рияде. Вскоре саудитки смогут водить машины, поэтому уже сейчас прицениваются. До сих пор эта страна была единственной в мире, где женщинам запрещали садиться за руль. Но в конце сентября король наконец-то разрешил им водить авто. Реформа вступит в силу в июне следующего года. В Австралии стартовали гонки машин на солнечных батареях. 42 авто выехали из северного города Дарвин в южную Аделаиду через австралийскую пустыню. Участвуют в соревнованиях студенты инженерных специальностей из 30 стран мира, которые собственноручно смастерили себе автомобиль. На солнцемобилях они должны преодолеть 3000 километров. На первом этапе лучший результат показала бельгийская команда. Их автомобиль развил скорость 83 км в час. Дедушка из интенсивной терапии. 82-летний американский пенсионер Дэвид Дочман проводит свободное время, укачивая на руках недоношенных младенцев в отделении реанимации. Вот уже 12 лет он навещает малышей, матери которых не могут быть рядом с ними. Приходит в больницу дважды в неделю. За это время он выходил больше 1000 младенцев. Грандиозный фестиваль воздухоплавания проходит в американском городе Альбукерке. В небо над штатом Нью-Мексико поднялись 500 воздушных шаров в форме животных, сказочных героев и мультяшных персонажей. Фестиваль в Альбукерке считается самым масштабным и популярным в мире. Чтобы насладиться незабываемым зрелищем, люди съезжаются со всех концов земли. В немецкой Баварии фермеры торжественно перегоняют коров с альпийских лугов на зимовку в деревню. Так отмечают традиционный праздник Альма-Трип. Животных украшают цветами и венками. Это событие традиционно привлекает не только местных жителей, но и многих туристов. Фестиваль православного кино завершился в Киеве. На эту ежегодную встречу кинематографистов, чьи работы, связанные с религиозной тематикой, приехали сотни участников из Украины и не только. Среди гостей с мировым именем известный польский режиссер Кшиштоф Занусі. Но большинство участников – начинающие режиссеры. Тем не менее, темы поднимались серьезные. Открылся фестиваль мировой премьерой фильма «Крещение Руси». Его высоко оценили участники и организаторы встречи. Всего на главные призы претендовали 60 фильмов из Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Финляндии и Польши. Выбрать лучших задача не из простых, говорят члены жюри. Наградили в итоге 12 кинематографистов. Есть какие-то слова, например, я не знаю, там, люблю, верю, там что-то еще. И с каждым днем, ну, это мое ощущение, то есть слова, они теряют ценность. Эти работы и те люди, которые делают эти работы, они помогают сохранить слова, помогают сохранить веру и помогают сохранить эмоции. Меня впечатлила, конечно, работа «Крещение Руси», фильм «Открытие», поскольку за такой короткий промежуток времени, 1:20 показать историю крещения в таком качественном и, главное, правдивом виде. Я думаю, что такого правдивого фильма еще не было в «Крещении Руси».
Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте. Подробности ей. Хорошего вам вечера и до встречи.